Йо-хо-хо, место называется Калаваде. Такая небольшая бухточка. Очень замечательно. С прозрачной водой, как это водится. Народу достаточно, я пошел туда нырять. Вот такая здесь вода. А, не горячая. Вода не горячая. Вода не горячая. В воде есть какие-то рыбы. Я доплыл до водорослей. Лагуна, потом теленги, маленькие лодочки, маленькие даже парки, но маленькие. Такая лагунка интересная. Скорость 8,3, а не 9. 8,2. Прошли, с ведра позади. Хорошая лодка. Едет сама. Такой же бережок. Ощеренными ветрами скалы. Голубой водой рыбки лечат. Где там симпатичные рыбки? И капитан звонит. По дороге Эсведра. Йо-хо. Эсведра по дороге. Это Мараст. Ветер ровно в лицо. Мордотык, поэтому он паруса не открывает. И маран так не ходит. Да, и монохол тоже так не ходит. Бум-бум-бум, рассекай волны. Красоты. Я прокатился по вас.
ремни. Фактически.